вы относитесь к донорству вообще? Ну, отношусь положительно, кровь сдавал, когда был в армии, а здесь в городе цены очень низкие. Раньше сдавала в молодости, сейчас уже не сдаю. Нет, 90 не сдавала. В студенческие годы сдавала. Положительно отношусь, если есть кому помочь. Донорство – это очень важно, это очень нужно. Это прежде всего здоровый образ жизни. Говорят, современное общество бездушно и эгоистично, особенно молодежь. Однако в Стерлитамаке находится немало тех, кто готов принести пользу обществу и сдать свою кровь. Инициативная группа «Несущий свет» как раз и призвана помочь горожанам совершить тот самый тихий подвиг. Наша группа создалась с нашей командой. Мы проходили лидерскую программу в тренинговом центре «Максимум» в городе Стерлитамаке. Повлекали людей просто с остановки. Приглашали, предложили, они пришли и сдали. Водителю только вот заикнулся про донорство, и он тут же говорит: я обязательно схожу, сдам. Приносим огромную благодарность всем добрым людям, которые откликнулись на наш призыв и приняли участие в этом проекте. Вы также можете стать донором. Пункт переливания крови работает 5 дней в неделю с 8 до часу дня. При себе нужно иметь паспорт. И, возможно, именно ваша кровь спасет чью-то жизнь. Наталья Милконова, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ, Стерлитамак.